Всем привет, друзья! Ну что, начинается жеребьевка 1/8 Лиги Европы. Сейчас вместе с вами и узнаем ее результаты. Ну что, пока что еще разговаривают, показывают нам известных людей. Давайте вспомним, кто вообще прошел в 1/8. Итак, это ЦСКА, Локомотив, Атлетико, Виктория, Леон, Динамо, Зенит, Лацио, Лейпциг, Спортинг, Милан, Зальцбург, Арсенал, Боруссия, Марсель и Атлетик. Эти 16 команд и составят 8 пар в Лиге Европы. Нужно сказать еще о том, что команды, которые будут вытянуты в ходе жеребьевки первыми и проведут свой первый матч дома. Ну что, уже идет 10 минут жеребьевка и еще ни одной команды не вытянули. Сейчас объясняют, что украинская команда не сможет на этой стадии в ходе жеребьевки выйти на российскую. Ну что ж, первая команда это Лацио. Лацио достали первыми. И эта команда сыграет первый матч дома. И достанется ей Динамо. Лацио-Динамо – это первая пара 1/8. Смотрим дальше. Только что достали Лейпциг. И достанется этому клубу Зенит. Первая игра пройдет в Лейпциге. Да, значит, первая пара Лацио-Динамо и вторая Лейпциг-Зенит. Вот такие вот пироги. Атлетико. Достали Атлетико. Локомотив. Атлетико-Локомотив. Ну, это очень сложный жребий. Атлетико вообще один из фаворитов, но тяжелый жребий достался Локомотиву. Только что вытянули ЦСКА. ЦСКА играет первый матч дома, а достанется ему... Ждем. Леон. ЦСКА-Леон. Напомню, что финал пройдет в Леоне, и Леон никогда еще в финалах в Еврокубках не играл. Надеюсь, что и не сыграет. Итак, следующий клуб, который достали из корзины, это футбольный клуб Олимпик Марсель. Или просто Марсель. Атлетик-Бильбао. Марсель-Атлетик-Бильбао. Спортинг. Спортинг играет также первую игру дома, а достанется ему... Итак, перемешаем. Ну что ж ты... Давай, разворачивай. Виктория. Чешская Виктория. Ну, Спортинг должен проходить эту Викторию. Следующая команда Боруссия Дортмунд. Тоже она играет первый матч дома. Достается ей, внимание, Зальцбург. Боруссия Зальцбург. Итак, нам известно уже 7 пар, и остается узнать еще одну. Это Милан, и тут нечего гадать, это Арсенал. Милан-Арсенал. Итак, давайте еще раз. Лацио-Динамо, Лейпциг-Зенит, Атлетико-Локомотив, ЦСКА-Леон, Олимпик-Атлетик, Спортинг-Виктория, Боруссия-Зальцбург и Милан-Арсенал. Матчи 1/8 пройдут 8 и 15 марта. Смотрите также ролик про рейтинги клубов и таблицу коэффициентов УЕФА. Этот выпуск первый в этом году. Услышимся!